Валерий Глуханов – один из первых счастливчиков, чей дом был подключен к центральному водопроводу. До этого выручала только скважина, но качество воды оставляло желать лучшего. Ощущения даже и не выскажешь. Самые благоприятные. Ждали долго воду. Ну вот появилась, совсем другая жизнь пошла. У него вода-то вот, видите, идет хорошая вода, чистая. Все промыто, скважина чистая, все готово к употреблению. Мы пользуемся ей. И таких, как Валерий Глуханов, в поселке большинство. Для пожилых людей это настоящий подарок. Руководство Анапского водоканала в поселке – частые гости. Сегодня совместно с руководителем ТОС они делают подворовые обходы. Необходимо полностью сформировать списки всех жителей, которые в ближайшее время будут подключены к новой водоводной системе. Водоканал все-таки пошел к нам навстречу и взял нас абонентами на воду. Мы очень долго, 10 лет, пытались, договаривались, с кем только не договаривались, и с управляющими компаниями все отказывались. Благодаря директору Царевскому, и он все-таки пошел к нам на уступку, вот помогать будет и пломбировать уже, и трактор будет помогать давать. Так что жизнь будет у нас лучше. Теперь налаживается все благодаря водоканалу и администрации, конечно. Мы столько ждали, все обещали на всех уровнях, и вот наконец-то видно, что люди взялись, и вода у нас будет. Мы тут в основном пенсионеры, а вот подключение, говорят, будет бесплатно, все будет бесплатно. Это, за это особая благодарность. Раньше пользовались, конечно, да и сейчас пользуемся скважиной. Уже привыкли к этому делу, то есть ни от кого не завися, прорвало, не прорвало, всегда вода есть. Ну вот. И качество? Ну качество, конечно, оставляет желать лучшего, потому что в чайнике воду эту вскипятишь, вот такой вот осадок. Всего к водопроводу будет подключено 45 семей. Закончить планируют к началу курортного сезона. Идет подготовка оформления документов и монтаж следующих абонентов. Остались только технические моменты. Подключение к сети будет проходить бесплатно. Жителям необходимо лишь приобрести приборы учета воды и заключить договора. Все остальные расходы по монтажу и запуску руководство водоканала берет на себя.